Hello, everyone! С вами пресс-служба Центра развития одаренных детей, и я ее ведущая Вероника. И сегодня мы решили провести игру, в которой участники за 7 секунд должны будут выполнить наши задания. Итак, посмотрим, что у нас получится. Тебе за 7 секунд нужно будет назвать мне 6 слов существительных на английском языке, которые связаны с книгами. Ты готова? Да. Подготовься. Время пошло. Novel, author, drama, comedy, Gogol, fairy tale. Charles Dickens, Jack London, paper, book. A book, letter, book, library, library, shell, paper. John Rowling, George Martin. Джо Моэс, Андре Маруа. У меня для тебя есть самое типичное слово на немецком языке, которое ты должен будешь прочитать за 7 секунд. Natürlich. Готов? Я. Yeah. Отлично. Тогда время пошло. Hochleinstubensflüsschen. Господи. Фильштром. Аутографии. Hochleinstubensflüsschen. Гейштром аутографии. Hochleistungsflüssigkeitsstromautographie. Сказать имена других воспитателей не из твоей группы. Эвальд Николаевич. Иван Александрович. Иван Андреевич из третьей. Потом рыжая крутая девушка. Иван Андреевич. Не, ну такой чувак был тоже. И все, я больше никого не знаю. Кого я еще знаю? Никого больше не знаю. Может, ты покажешь нам что-нибудь другое? Расскажи на немецком. На английском. Я знаю, как будет перелом коленной чашечки на английском языке. How's made's knee? Сомнительно. Сомнительно, да, я согласен. И могу сказать еще Бруно Викторович.